Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time Talent. Меня зовут Ольга Образцова. Я новый член жюри этого конкурса. И уже начиная с 52 сезона я буду оценивать ваши музыкальные, вокальные, инструментальные номера. Я бы хотела немного рассказать о себе. Я родом из Украины, но уже более 8 лет живу в Соединенных Штатах Америки. Я певица, автор и исполнитель своих песен, также топ-модель Аризоны и ведущая модель Америки. Я являюсь действующей мисс США 2023 года и мисс Diamond World конкурса Million Dollar Diamond. До недавнего времени я сама являлась конкурсантом проекта Golden Time Talent. Я выступала в 45-м сезоне в номинации Singer-Songwriter. И я заняла первое место с моей авторской песней Strong Woman. После этой победы меня пригласили в Лондон на гранд-финал, где собралось 21 страна. И на этом конкурсе я также выиграла первое место Like Battle. Что это означает? Все участники сезона, которые представляли свои конкурсные работы, имеют право голосовать друг за друга, а также их зрители. И вот зрители YouTube отдали наибольшее количество голосов и просмотров именно за мои выступления. Поэтому я выиграла тоже первое место. Потом был 50-й сезон, и я выступала в номинации «Поп-вокал», где тоже выиграла первое место. Ну и вот с 52-го сезона организаторы меня любезно пригласили быть жюри для вас, дорогие участники. Поэтому давайте перейдем к результатам оценивания. Сегодня я вам расскажу мои оценки и расскажу, кто же являются моими фаворитами. Поехали! Начнем с номинации «Академический вокал», категория 31-50 лет. Тиона Шамберашвили. За все ваши композиции я вам ставлю 10 баллов, но у меня есть небольшое замечание. Ваши композиции однообразны. Мне бы хотелось видеть разножанровые произведения. И также старайтесь записывать более качественное профессиональное видео горизонтально. Я обращаюсь ко всем участникам. Пожалуйста, на будущее записывайте горизонтальные видео. Ну, а мы поехали дальше. Я ставлю 10 баллов Гаяне Гамбарян за все вокальные произведения. У меня нет никаких причин сказать вам какие-либо замечания. Мне понравилось все, начиная от манеры, подачи и разноплановости материала и заканчивая самим процессом видео, качеством видео. И Гаяне, я скажу вам, я бы пришла на ваш концерт. Переходим к номинации «Поп-вокал», категория 11-14 лет. 10 баллов я отдаю Юлиане Терлецкой. У вас очень сильный, не по-детски взрослый голос. В обоих произведениях вы раскрылись полностью и передали характер этих песен. Поэтому я вам ставлю 10 баллов. Я ставлю 9 баллов следующей девочке. Ирина Огневич, у вас также сильный и не по-детски взрослый голос. Мне понравился ваш клип, и, конечно, я понимаю, это была плюсовка, но, тем не менее, все прозвучало здорово. Переходим к категории 15-17 лет. Номинация снова поп-вокал. Саида Ауезова, 10 баллов. Вы держитесь уверенно на сцене, у вас крепкий голос. Мне даже показалось, что вы могли бы эту песню спеть и на профессиональной сцене, а не только в классе или студии вашего преподавателя, где вы записали это видео. Также я отдаю 10 баллов Анжела Милосавлевич
Замечаний нет. Мне очень понравилась песня «Writing on the Wall» Сэм Смит. Продолжайте в том же духе, у вас все получится. Номинация «Поп-вокал», категория 25-30 лет. 10 баллов получает Анна Мужайло. Вы очень харизматичная девушка, и песню вы подобрали соответствующую под вас. Вам эта песня очень подходит. Я даю вам 10 баллов и даже скажу так, если бы была оценка выше, я бы поставила вам 10 с плюсом. И, Анна, я бы пришла на ваш концерт. Идем далее. Поп-вокал, категория 31-50 лет. Мне очень понравился исполнитель Эрбол Тажибаев. Замечаний нет, твердые 10 баллов. И я бы тоже пришла на ваш концерт. Я даже скажу больше. Именно ваше исполнение я посмотрела раз 5-6. И песня просто замечательная. Еще один парень, не могу не обратить на него внимания. Его зовут Джабраил Расулов. Я вам ставлю 9 баллов, но хочу сказать, у вас хороший голос. И вы чисто поете, интонируете. Я надеюсь, вы будете развивать свой талант и выступать на больших площадках. Следующая исполнительница, также в категории 31-50 лет поп-вокал, это Ольга Шмидт, 10 баллов. Ольга, ваш клип превосходный. И мне кажется, если вы записываете настолько профессиональные и красивые клипы, возможно, вам стоит принять участие в другой номинации, а именно в номинации «Клип». Подумайте над этим. Двигаемся дальше. Номинация «Рок-вокал», категория 31-50. Максим Галанин, 10 баллов. У вас очень красивый вокал и песня невероятная. Она жизненная про каждого из нас, взрослого человека. Но я не увидела вас на видео. Вы прислали просто заставку. Я бы очень хотела посмотреть, как вы передаете эмоции этой песни. Я пыталась вас найти в социальных сетях, но также не нашла. Поэтому на будущее, пожалуйста, записывайте видео, где именно вы поете, но не присылайте просто запись. Двигаемся далее. Номинация «Кавер», категория 15-17 лет. Николь Горбачева. Вы превосходно играете на фортепиано. Замечаний нет. Я вам ставлю твердые 10 баллов. И мне кажется, возможно, вам стоило выбрать категорию не кавер, а инструментальная музыка. Подумайте над этим. Номинация «Кавер», категория 31-50 лет. Итак, Ольга Шмидт. Еще раз повторюсь, что превосходный клип. Я вам ставлю 10 баллов. Опять же, на вашем месте я бы выбрала, возможно, другую категорию. Но продолжайте работать над собой. Продолжайте работать, пожалуйста, над вокалом, потому что клипы у вас хорошие. Осталось, чтобы вокал был тоже на самом высоком уровне. И тогда, Ольга, у вас все будет хорошо. Также я 10 баллов ставлю девушке, которую зовут Елена Пазии. У вас было две композиции, одна из них просто слайд из фотографий. Песня очень хорошо спета. Я понимаю, что это плюсовка, но мне бы хотелось видеть, как вы поете на сцене, как вы двигаетесь, как вы передаете материал песни. Ну и за вторую песню Уитни Хьюстон я вам тоже ставлю 10 баллов. Вы большая молодец. Успехов! Номинация «Singer-Songwriter» Ханна Кейдж. Я вам ставлю 10 баллов за удивительную, хорошую песню про Украину. Замечаний нет. Вы большая молодец. Я хотела бы видеть еще и другие ваши композиции. Пожалуйста, присылайте. Номинация «Вокал» и «Инструментальный ансамбль», категория 25-30 лет. Рина
Баширова и Эргун Джамалзаде. 10 баллов. Рина, у вас превосходный голос, и аккомпанемент от Эргуна очень удачно вписывается в вашу композицию. Я считаю, что у вас очень гармоничный дуэт. Пожалуйста, продолжайте работать над собой, и больших вам успехов! Ну вот, собственно, такие оценки. Я раскрыла вам моих фаворитов. Всем участникам я желаю творческих успехов и побед. Ну а тем, кто в этом сезоне проиграл, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, а продолжайте работать над собой. И вы придете в конечном итоге к тому результату, которого желаете. Поверьте, на моем жизненном пути у меня было очень много неудач, поражений, препятствий, но все это меня закалило, сделало сильнее, и являюсь я сейчас тем, кем я есть на данный момент. Понимаете? Так и вы. Работайте, стремитесь к лучшему. Еще я хочу вам сказать, чтобы вы не копировали никого, будьте индивидуальными, а не чьей-то копией. Подведем итог. Мои пожелания для всех участников. Пожалуйста, так как Golden Time Talent – это онлайн-конкурс международный, и все-таки мы его смотрим онлайн, я бы хотела, чтобы ваши видео записывались горизонтально, и качество было более лучшим, чем на данный момент. Также вокалисты. Я иногда замечаю, что аккомпанемент или музыка на заднем плане звучит очень громко по сравнению с голосом. Пожалуйста, если вы делаете видео, прослушивайте и регулируйте звучание музыки аккомпанемента. Кроме этого, если вы поете, неважно, это рок-музыка, академический вокал или поп, продумывайте то, как вы себя будете подавать на сцене. Потому что у вас есть время подготовиться. Это онлайн-конкурс. Продумайте, в какой одежде, какая манера исполнения, как вы будете двигаться. Все это должно быть продумано до мелочей, и тогда у вас будет хороший результат. Еще у меня такое пожелание. Если у вас есть социальные сети, оставляйте их тоже, потому что, к примеру, некоторых участников я просто не нашла. Я хотела посмотреть, как они исполняют другие композиции, чтобы понять их уровень, но я не увидела Инстаграма, Фейсбука или других социальных сетей. Нам бы это помогло очень сильно. Также я хочу сказать, что Golden Time Talent – это интернациональный конкурс. Это площадка для всех талантов, поэтому участвуйте, смотрите обновления. Этот конкурс имеет много плюсов и много предложений для таких талантливых людей, как вы. В свою очередь, я еще раз повторюсь, я желаю всем больших-больших творческих успехов. Подписывайтесь на Golden Time Talent, переходите на официальный сайт этого конкурса, подписывайтесь на мой инстаграм Ольга Образцова USA, и встретимся в новом сезоне, дорогие конкурсанты!